Привет всем пользователям интернета, и в этом видео вы узнаете, как накрутить просмотры на ютубе. Причем эти просмотры будут реальные, потому что ваши видео будут просматривать настоящие люди. Итак, этот сайт называется UTMonster, ссылка на него будет в описании, вы переходите, регистрируетесь, а дальше я вам расскажу, что нужно делать. Итак, здесь у нас показано, сколько у нас коинов на балансе. За эти коины мы с вами получаем наши просмотры, то есть заказываем их, но об этом позднее. Дальше у нас тут показан наш уровень. Когда вы только зарегистрируетесь, у вас будет уровень 1, и вы будете получать меньше очков, чем я, потому что у меня уровень 8,2, то есть я получаю очков именно во столько раз больше. Дальше здесь у нас показано, сколько у нас рефералов, и здесь сколько у вас рублей на счету. За рубли вы можете покупать коины или покупать уровень. В общем-то, покупаете то, что вам удобнее и то, что вам хочется. Дальше на сайте показаны, какие конкурсы проходят. Вот недавно закончился конкурс рефералов. Дальше группа ВКонтакте, вы можете перейти, войти в эту группу и следить за последними новостями и также ваши последние действия. Тут показано 5 последних действий, сколько секунд смотрелся ролик и сколько вы получили коинов за это. Для того, чтобы получать коины, за которые мы с вами и будем накручивать просмотры, мы с вами нажимаем на оранжевую кнопку «Запустить UT-клиент». Итак, у нас открывается окно. Так, тут нам написали, внимание, у вас включен Adblock, вы будете получать в 2 раза меньше коинов. Отключите Adblock на YouTube или откройте UT-клиент в другом браузере. Я вам рекомендую отключать Adblock, и вы будете получать в 2 раза больше коинов. Итак, давайте закроем это окно и нажимаем кнопку «Запустить». В новом окне открывается видео, на которые накручиваются просмотры. Вы можете их не смотреть, а просто свернуть браузер, в котором у вас просматривается видео, и работать в другом. Но эти 2 окна нельзя закрывать. Это был основной способ заработка коинов, который от вас практически не требует никаких усилий. Вам просто нужно запустить UT-клиент и нажать кнопку «Запустить». Давайте рассмотрим другой способ, но уже здесь от вас требуются клики. Вы должны заходить на сайты, вы должны заходить на каналы, подписываться, вы должны заходить на видео и ставить лайки. За то, что вы подпишетесь, вы получаете 150 коинов. В общем-то, мы нажимаем «Получить задание», вам выдается ссылка, вы по ней переходите и подписываетесь. Точно такое же действие происходит и с лайками. Окей, когда мы с вами заработали коинов, мы с вами можем добавить задание. Вот так, тут открыто какое-то видео, давайте скопируем ссылку для примера. И сюда мы вставляем ссылку на видео или на канал, если же вы хотите накрутить подписчиков. Ну, в общем-то, мы с вами сейчас разберем просмотры. Вот, у нас выделено здесь просмотры. Здесь также можно выделить лайки или подписчиков. Но давайте остановимся пока на просмотрах. Итак, выбираем просмотры, вставляем ссылку, название видео сразу же определяется и сразу видно превью. Итак, пишем время в секундах, сколько мы хотим указать. Указываем 60 секунд будет просмотр. И здесь еще написано время в секундах плюс-минус 10 секунд. То есть видео будут просматриваться от 50 до 70 секунд. Для того, чтобы YouTube думал, что смотрят и правда настоящие люди. Потому что если будет 1000 просмотров на видео и все эти 1000 человек выключили видео на 60 секунде, это будет подозрительно. Дальше выбираем, сколько мы хотим накрутить просмотров. Давайте, например, накрутим 1000 просмотров, и сразу же у нас показывается, вам нужно 30 тысяч коинов. И ставим максимум просмотров в час. Если же у вас маленький канал, то я вам рекомендую ставить 5 просмотров в час. И тогда все просмотры накрутятся и, самое главное, засчитаются. Также вы можете выбрать источники трафика, тут уже как вам угодно. Использовать Google, то есть тут будет и поиск, и похожие. Я вам рекомендую выбирать именно Google. Также, что очень важно, здесь написано, ваше видео начнет просматриваться через 3 часа 1 минуту. Поэтому, если вы добавили задание
и просмотры сразу же не идут, то вы не волнуйтесь, а просто нужно подождать. Просмотры в любом случае накрутятся, потому что это хороший и реально сайт. И с недавнего времени здесь добавили еще дополнительную функцию VIP YouTube. Давайте прочитаем описание функции. После добавления ваше видео будет полностью просматриваться в течение недели, без ограничений на количество просмотров. То есть, в час будет максимально просмотров крутиться, и вообще без ограничения целую неделю. Условия. Первое условие. Видео должно быть добавлено не более 48 часов назад. Второе. Длина видео не должна превышать 8 минут. Итак, от вас требуется вставить ссылку на видео. И все, здесь сразу же показано название ролика, дата добавления, длительность и количество просмотров, которое уже имеется на ролике. Вы можете оплатить 150 тысяч коинов или 500 рублей. Давайте с вами перейдем во вкладку акции. Акции на сайте очень интересные. Это такие мини-задания, за которые вы получаете бесплатные коины. Итак, давайте рассмотрим первое задание. Как видим здесь значок ВКонтакте. Что надо сделать? Сделать репост группы. Ссылка на запись. Вы делаете репост. Дальше вставляете ссылку на то, что вы сделаете репост. И условия, в общем-то, написано. Переходим во вкладку «Уровень». Давайте я вам расскажу о том, как повысить уровень. Следовательно, если вы повысите уровень свой, то вы будете получать больше коинов за просмотры и больше накручивать на свои видео. И тогда ваши видео будут замечаться все большим количеством людей, и вы станете популярным. Итак, мой уровень составляет 8,2. Тут все расписано. Стандартный, то есть я зарегистрировался, и мой начальный уровень это 1, он у всех есть. Дальше, ваш уровень за премиум. Мне прибавили 2, это я купил уровень, но он действует только месяц. Ваш уровень с рефералов, то есть сколько я пригласил рефералов. Вот здесь два столбика, здесь активные рефералы, то есть реферал должен посмотреть больше 100 роликов, и тогда он считается активным. Ваш уровень будет увеличиваться с каждой ступенькой. В общем-то, здесь принимаются любые кошельки. Давайте с вами перейдем во вкладку «Купить уровень». Итак, переходим, и здесь написано «Премиум Лайт», «Премиум Про», «Премиум VIP». Как раз у меня и есть «Премиум VIP». Но я вам рекомендую покупать премиум VIP, потому что здесь дают 50 тысяч коинов каждый месяц, то есть один раз 30 заработков, 30% заработок от рефералов и 2,5 прибавляется к вашему уровню. То есть ваш заработок увеличивается. Я надеюсь, этот сайт вам понравится. Если у вас есть какие-то вопросы, обращайтесь в группу ВКонтакте этого сайта. Всем спасибо за просмотр этого ролика и до встречи в следующем.